Всем привет! Сегодня мы играем колыбельную, и это уже мелодия на трех нотах. Будут использованы следующие ступени. Первая, вторая и третья. Первая – это открытый звук, вторая – закрытый, третья – открытый звук. Слушаем пение. Ходит кот у ворот, ходит, песенки поет. Кто в кроватке лежит, кто так поздно не спит. Нам надо обязательно научиться петь эту колыбельную. Это поможет нам развиваться, развивать наш слух, и это поможет нам лучше знать мелодию. Согласитесь, нужно знать то, что ты собираешься играть. Переходим к работе с программой. Освоив мелодию, контролируя правильность обертонов с помощью приложения, попробуйте потом поиграть без него. На этом все. Успехов и удачи!